Принцесс Коннектор, да, 45-й эпизод. Ну, как обычно, краткая сводка, начнем с нее. Вроде все старое. Мне, если честно, мне качать нечего, я всех персонажей докачал. Я стал качать уже персонажей, которые у меня еще даже звезды не набрали. Ну, по крайней мере. Просто, да, вот, я точно вспомнил, я прокачал до 20-го, типа, ну, по рекомендации, что и на стоило прокачать, типа, да, не так важно, но чтобы пошернее было, и я, в принципе, принял этот совет, решил ее докачать до 20-го. Не помню, была ли она 20-го, может, была. Ну, эти, опять же, персонажи мне не нужны, поэтому я их и не покачаю дальше. Этих не нужно качать. И я вот начал переступил к прокачке Рина. Как вы видите, да, 5 звезд скоро будет, потом на 6-ю. Потом... Ну, опять же, еще много покупать. Сюда покупать. Но в любом случае, я уже начал потихонечку ее обувать. Все равно куда-то энергию девать надо. Оказалось, что у меня вот этих луков вообще нету. Так что я всего лишь на 14-м ранге застрял. Так что есть куда качаться. Давайте продолжим. Ой, фу, персонажи. Мм,私たちを仲間外れにしてそっちだけで盛り上がるな。 ちゃんと説明しろ。その愛らしい小娘は一体誰だ? Сейчас, секундочку.私たちを仲間外れにしてそっちだけで盛り上がるな。ちゃんと説明しろ。 Типа, не, ну как бы, что не делал вид, что мы типа лишние, типа отдельно тут, объясни тут все, что происходит, кто эти люди и так далее. Ненеко. Ненека же, да? Та из семи корон, за которой Масаки бегал, да? Ты помнишь меня? Да. Частично. Но я... смогу скинуть где-то 30% воспоминаний. А все остальное в спящем режиме. Воспоминания из того мира более-менее в полноценном состоянии смогла оставить себе только ты же, Ноэм, да? Благодаря суперсилам? Я не совсем понимаю. Про какие-то суперсилы говорит, чего? Вот как. Но... то, что ты запомнил мое имя Ноэм, меня радует. А другие забыли даже это. И стали называть меня Муиме. Ну, так и должно быть. Акира и Мана, ладно еще. Но Крис... не смогла избежать пересоздание. Ты всегда, типа, видимо, была неаккуратной и в этом плане плохо смотрела под ноги. Я не совсем поняла. Но ты меня сейчас оскорбляешь? Нарываешься на драку? На, мне когда бороться друг с другом, бабуля. Драться друг с другом. Не сдерживайся. Называй меня сестрицей Крис. Ты в порядке, пацан? Твое лицо было похоже на того, кто рано умрет, и я немного беспокоилась.
Не нужно было беспокоиться. Но ладно. Вообще-то ситуация была правда опасной. Я как по плану сразу же должен был разрушить устройство для промывки, но тут внезапно проснулся это Кайзер. И сразу начал использовать атакующую магию. И с легкостью поранил нас с Раджи-Раджи. А ведь я был уверен в своем теле. И справа также, типа, способности врага сильно превышают ожидаемые. Вражеская магия слишком быстрая. Кайзер Инсайт とやらは知略を駆使して他人を陥れる策略家タイプだと思っていましたが、なかなかどうして武勇にも優れているようですね。 А, ну типа он думал, что Кайзер сама по себе, ну не очень сильная прям сама по себе, скорее как управленец. Ты почему хвалишь врага, блин? Это урод. В следующий раз я разорву его, ее. Не беспокойся, Дайго. Шанс для мести скоро предоставится. Я видел, как Кайзер недавно только что выбралась в город. Я не знаю, что она сейчас будет делать, но явно ничего хорошего. Нужно ее остановить. Все вместе. Да, конечно. Я больше никогда не проиграю. Нет. Даже думать нельзя о проигрыше, надо просто взять и победить. Я не люблю такой образ мысли. Иногда в словах Дайго и бывает смысл. Что случилось, госпожа? Вы так смотрите внимательно. У меня есть что-то на лице? Да нет. Ты Раджи Никаунт. В моей памяти особо нету воспоминаний, но какое-то чувство непонятности вызывает. Странно. Но... Ладно, оставим это на потом. Меня интересует, что делает Кайзер, и я беспокоюсь. Отправимся. Масаки, я не могу двигаться, так что неси меня. Да, с радостью. Моя госпожа, я стану вашей повозкой. Ну, по крайней мере, мы не потеряли жизни, и уже это хорошо. А ведь я беспокоилась. Ну ладно. Не время для легкой беседы. Нужно поспешить догнать ману, точнее Кайзера. Непонятно, куда она улетела, но направление я видела. Все, кто может двигаться за мной. Да, да. Как же так? Какой же сегодня длинный день? Не ной, поспешим, сестрица. Все быстро... Ну, опять же, пословицу. Почти.
Давайте вы все поспешите. Так, Рина-чан. И мы давайте отправимся следом за Ноэ. И правда. Правда, хотелось бы отнести пораненную Кяру-чан в какое-нибудь безопасное здание. Да, она еще в этих шмотках. Кяру-сама. Вы правда не открываете глаза? Я беспокоюсь. Ах, ну да. Такое-то тоже бывает. Да, я беспокоюсь за тебя, за интересно, смогу ли я проснуться в своем ухе, что, блин? Ага, это сердце, так первое что-то про Кокура, а если засунуть в ухо? Что значит про... Какое ухо? Мимимотоде... Ну да, мими это ухо. Бепа... Реально, проснется и про ухо я вижу. Что это значит? Так нельзя, господин. Кяру-сама глубоко неиттеиру ноа. Сакиходо маде оабаре сите, иро компай стеиру сей де мо ару дешоу си. Неужели подергать за уши он предложил, чтобы ее разбудить по реакции Кокура? Типа, она сильно пострадала в последней битве, и ей нужен спокойный отдых. Ах, бедная Кяру-сама. Поскорее бы вы открыли свои глаза, а до этого времени мы будем рядом с вами. Прошу прощения. Я неудачное время зазурчал живот. Точно. Давно у меня не было такого громкого зова из-за того, что... Типа, ну, она же давно не одевала одежду эту королевскую. Эта парочка спасла меня из темницы. И я смогла в хаосе забрать снаряжение. Оно хоть и не совсем мое. И спирать из дворца его вот таким образом не сильно по-принцесски. Но возвращение Юстианы нужно придержать. Сейчас я буду сражаться как Пекорина из гильдии гурманов. Пекорина-сама? Что вы в ступоре в каком-то? Что-то случилось? А, прошу прощения. Сейчас нет ни времени останавливаться. Нужно последовать за всеми. Да. Именно так. Что случилось, Кокуру-чан? Ты смотришь на меня и смеешься? У меня опять рис на щеке. Но... Как же давно я ела белый рис. Нет, такая грубость от меня. Пекорина-сама... Ну, я так подумал. Просто я посмотрел на вас в снаряжении, в королевском снаряжении, и поняла, как же оно вам идет. Этот вид вызывает такое ностальгическое чувство, что я радуюсь. Еще раз. С возвращением. Пекорина-сама. Ну, или домой. Да, с возвращением, Пекорина-сама.
Спасибо. Благодарю тебе, Кокора. Голодная Пикарина снова вернулась. Но... Но Пикарина из-за гильдии гурманов окончательно еще не вернулась. Для этого нужно собраться за столом тебе, Кокора и Кяру. Четверо. Да. Вы правы. Отправимся. Чтобы покушать снова вкусности вместе. А вот Эспер, кстати. Что-то на ферме. Да, да, поняла. Оставьте это Хадсоне. Господа из Элизабет-парка. Что-то там. Оставьте, короче, натяжку тента мне. Типа, оставьте все на меня, для меня это проще простого. Что, она летает? Как ты это делаешь? Магия? Это секрет. Секрет? Но ты спасаешь. Ты старшая сестра Шоре? Хацуне-чан, да. Я рада, что ты нам помогаешь. Мы Элизабет-парк не имеем тех, кто владеет магией. И даже не можем связаться с городом. Мы не понимаем, что происходит, и обычно не можем резко реагировать. Да-да. Как же я рад, что ты решила навестить Шоори. Случайно. Это счастливое воссоединение. Но благодарности не надо. Это долг за то, что Шоори всегда помогает мне. Господа из Элизабет-парка, если хотите... Точнее, нет, я прошу вас дальше продолжать хорошо относиться к Шоори. Она всегда была болезненной и затворницей, и не имела друзей. То, что она сейчас живет вместе с Элизабет-парком, меня сильно радует. Я старшая сестра Шоори. Если она радуется, то и я с ней. Сестрица, не говори о смущающих вещах, вроде того, что ты не могла завести друзей. О, Шоори-чан, ты проснулась? Мада тайчоуга варуй дешо? У тебя еще плохо со здоровьем, так что, ну типа, зря проснулась. Все нормально. Благодаря, что меня выхаживали, я почти восстановилась. А сейчас чрезвычайная ситуация. Я не могу единственное спать. Нет-нет, не перетруждайся, главное. Я беспокоюсь. Да, в этот раз необычно. Даже я решила поработать. А ты, Шоори, не спать. У тебя же упала выносливость. Если перетрудишься, снова упадешь. Прошу прощения.
Я говорю эгоистично. Все беспокоятся, я понимаю. Но все будет нормально. Сиори сильная. Ничего ей не давать грустно. Я бы хотелось уже привлечь ее в помощь. Сестрица. Сестренка, точнее. Ладно. Люди лишние не помешают, это правда. Но если ты почувствуешь себя тяжело, сразу иди отдыхай, понял? И пообещаешь? Я согласна. Поработаем хорошо, Шиори-чан. Шиори слишком любит работать. Это, конечно, похвально. Мне даже стоит на нее немного равняться. По сравнению с прошлым, ты в последнее время очень стараешься, Рин. Силовую работу по типу натягивания тентов я возьму на себя, а ты там что-то подпаскай или я не понял. Да, на складе. Можешь использовать все ресурсы на складе. Да, поняла. Я постараюсь. А мы продолжим подготавливать место для сна. Ну, короче, это место сейчас, ферма выбрана как... место типа эвакуационное. Какое-то там решение, что типа жители города, типа им тяжело, и я не понял, сюда уже уходят люди или типа собираются уходить? Ну типа люди помогают друг другу, собираются, и любая напасть пропадает. Я хочу стать такой же, но в одиночку работать тяжело, поэтому я прошу всех помочь. Конечно. Это совсем не сложно, Шиори. Да. Если бы не сила, мы все преодолеем. Это очень по-людски. Ну, типа, они насчет разницы людей и этих бистов. А? Что случилось, сестренка? Ты побледнела. Типа, у меня какая-то знакомая Ой пошла проведать, что там с городом, и я получил от нее только что сообщение. Короче, что-то происходит странное в городе, видимо. И Ой-чан в панике, и ничего не понимает. Почему-то куча монстров атакует город, и начали беситься. А Ой, это пугливая, которая к назовах, да. И так много непонятных ситуаций происходит. А теперь еще буйство монстров? Что происходит? Что в городе происходит? Я не знаю. Мы
Но я хочу отправиться на подмогу. А вы продолжаете заниматься установкой тентов. И это нельзя бросить. Сделаем, что возможно. Все возможно. Эх, если бы я могла с помощью своих суперсил сделать, чтобы все в мире было хорошо. Но так просто это не получится. Но именно поэтому я должна не сдаваться и продолжать работать. Оставляю все на тебя, Шиори. А, да? Ничего не поняла. Ну, оставляй. Удачи тебе, аккуратнее, сестренка. Ну, понятно. Опять же, не слишком ли много они времени уделяют? Сейчас, я так понимаю, дом Саран будет еще. Там тут уже. Пукчи там что-то делай. А, там какую-то проводят. Отойди. Отойдите, пожалуйста. Мне страшно. Почему тут так много монстров? Успокойтесь. О. Не махайте просто так оружием. Но... Если не победить монстров, все умрут. Как же страшно. Но не плачу. Я же старшая. Что же делать? Что происходит в это время? Куча монстров. Вдруг окружили дом Саран. И с госпожой мне не связаться. В городе точно что-то происходит. Магия в сбое и невозможно связаться. Совсем недавно был мирный фестиваль же. Я шла, чтобы приготовить еду, и тут началось ЧП. Надо собраться мне. Не надо впадать в панику. По крайней мере, нужно вывести детей. О, мелочь еще. Чё такое? А ты? Как тебе там? За тобой гнались монстры, и вы укрывались в этом здании, да? Да. Мы с Мисоги смотрели за фестивалем, тут напали монстры. Мы испугались, убежали и каким-то образом оказались здесь. Да. Мими там отправилась что-то помогать, и тут весь монстр их разделила, что ли? Кёка плакала, было с ней так сложно. Я не плачу. Но, не деритесь только. Друзья должны мирно. Ну ладно, это оставим. Мне пришел план. Не могли бы вы нам помочь? Возможно, вы не захотите слушать такого ребенка, как я. Но если все друг другу помогут, может быть, мы сможем выбраться. Поэтому... Успокойся!
беспокойся, Кёка. Хорош, хорошая. Все хорошо. Не обращайся со мной как с ребенком. Мисуги, ты всего лишь чуть старше. Но один год я тебя старше. И поэтому не хочется таки временно быть собранной. Или лучше бы я, как обычно, была, типа, ну, рафляной, типа, фигней страдала. Это было бы, конечно, проблематично. Но когда ты такая становишься серьезная резко, это смущает. Прошу прощения, Кёка. Успокойся. Давай. Повторяй за Мисоги. Глубоко дыши. Прошу прощения. Я успокоилась. Благодарю, Мисоги. Ничего. Итак, я говорил чуть ранее, у меня есть план. Я могу с помощью магии отвлечь внимание монстров, и в это время вы сможете сбежать. А я заранее приготовлю ловушки для оставшихся, и пока они выбираются из них, мы сбежим. Есть место, где уже много ловушек, и типа туда монстры не смогут пробраться, что? Да. Да, реально, какой-то путь есть. Видимо, Мисоги реально заранее где-то расставил ловушек, просто для баловства. И сейчас это может сыграть на руку для укрытия. Мисоги, 自分で仕掛けた罠に自分でハマることが多いから、最近はどこに罠を仕掛けたか記録つけてるし。 Раньше Мисоги частенько попадала в свои же ловушки, поэтому сейчас я все их записываю. Мисоги-тачи は罠を避けながら魔物を振り切って逃げられるよ。 Поэтому мы сможем спокойно пробежать между ловушками и оторваться от монстров. А потом... Пройдем напрямую в город. Что вы об этом думаете? Вы считаете, что это всего лишь неполноценное размышление ребенка? Но это на самом деле... Закрыты в здании, монстры выломают. Что это вообще к чему? Вообще, в предыдущем она размышляет, что типа оставаться в забаркадирующемся здании не лучший вариант, потому что в конечном итоге монстры снесут стену. И поэтому, да, типа разумно использовать возможность для того, чтобы попытаться сбежать. И тебе, если есть что-то, что поможет повысить эти шансы, это хорошо. Благодарю. Хоть это и страшно. Хоть, типа, и так страшно. Вы очень собранные, вы молодцы. Меня похвалили. Сузуна с кем-то другими детьми хорошо себя ведет. Это же измена, да, будущее? В такой ситуации... Некогда разделять, типа, на своих и чужих, надо собраться всем вместе, чтобы пережить. Кучи говорит дело. Хоть и страшно, но нужно постараться.
Эрай. Наши девочки тоже молодцы. Давайте подберем момент. Попробуем использовать этот план. Надо заранее рассказать о нем и использовать. Все, кто может сражаться, пускай отбивают на подходах монстров. Тебя же Мисоги зовут, да? Ты их сможешь повести? Да. Мисоги это Мисоги. Но... я тоже не знаю. Это что типа, ну, гида, короче, типа кто-то путь указывает. Так бы и сказали. Хорошо, я смогу провести вас. Расскажу те ловушки. А вы дальше передавайте типа, по цепочке, кто стоит за дальше. Давайте отправимся. Вперед, Кёка. Мисуги становится все веселее. Подожди, еще рано идти. Нужно заранее всем рассказать о плане. Это же сестренка сказала. Ты плохо слушала? Хоть и страшно, но смотреть на бодрых детей успокаивает. Обязательно нужно их защитить, их улыбки. Госпожа, я постараюсь изо всех сил. А вот и Джо сама, да? Вот она. Сузуме! Госпожа, с возвращением! Да, я беспокоилась о вас. Оставила эвакуацию на других и прилетела сюда. Все в порядке, никто не ранен. С возвращением, мама Сарен. И правда, это мама Сарен, она вернулась. Ей! Мама Сарен. Я так испугалась, мама Сара. 17-летняя мамочка. Хорошо, хорошо. Я вернулась, и все будет хорошо. Мои милые детки. Плохих монстров, которые... угрожают всех этих монстров, я уничтожу и запущу в небо. Как обнадеживающая госпожа пересказала план. Вот такой план у нас для эвакуации. Неплохо, понятно. Есть, конечно, небольшие косячки, но в целом хороший план. Монстры будут постоянно приходить, поэтому лучше эвакуироваться. Передайте всем план и убегайте. Типа за горой есть вот эта ферма, видимо, тут это типа место для эвакуации, хоть и туда и идти типа тяжеловато, но постарайтесь. Вперед, ребята. Пока вы не сдаетесь, надежда не исчезает. Теркилие. Ох, я сам не понимаю. Да, реально опять по всем пробегаемся. Ой. Хотя нет, сейчас пока здесь. Еще. Кто-нибудь спасите! Папа, мама, где вы? А, нет, они уже сюда пришли. Акари, возьми этого на себя. Да, сестрица. Иди сюда, пацан. Все нормально. Ну,
Ах ты, он напугал маленького. Уйди отсюда, дурак. Ну вот, что с тобой не так? Мама. Везде столько куча монстров. Сейчас, может быть, еще ничего, но в скором времени будет совсем тяжело. Успокойся, сестренка. Иначе еще сильнее устанешь. Давай, Акари тебя обнимет и успокоит. Эй! Когда так обнимаешь, мне неудобно. Хватит обращаться со мной как с ребенком. Хоть мы одного возраста, и я все же для тебя старшая сестра. Но иногда и старшим сестрам хочется, чтобы их побаловали. Ты постоянно спасаешь. Иногда хочется... И типа, я Акари готова тебя поддержать, если что. Йори-сан, Акари-сан, вы хорошо поработали. Мы смогли организовать тут путь свободный. В скором времени эвакуация города закончится. Вот как. Я так рада. А то я уже достигла предела. Хотелось бы уничтожить как можно больше монстров, которые проникли в город. А то иначе, ребят, типа, жителям будет некуда возвращаться. Да. Но... Поэтому давайте постараемся, сколько еще сможем. Скорее всего, другие гильдии, особенно боевые Каун, делают что-то для защиты города. И думаю, все вместе мы сможем прорваться через этот хаос. Объединим силы, как в прошлые вещи, и победим. У меня нет времени предсказывать, но я уверена по интуиции... Ну, типа, интуиция мне говорит, что надежда не потеряна. После такого долгого боя... Такой долгий бой выматывает. Ты в порядке, Шинобу? Ты всегда была маловыносливой. Ты себя не загоняй. Давай, оставь остальное мне. Типа, про какое-то там семейное тепло говорит. Давай, Шинобу. Папа... Ладно... Да. Ничего не поделать. Поэтому тогда я использую свое секретное оружие. Я засуну внутрь отца кучу магии. И использую как оружие, типа как бомбу, я так понимаю. Ты же шутишь? Хотя твои глаза выглядят серьезными. Моя же милая дочурка не станет вытворять такие мерзкие вещи. Я пошутила. Это всего лишь шутка. Твои шутки что-то очень страшные. Ой, даже есть. Эй, вы. Вот что, совсем нету... Ну, типа, вы совсем не нервничаете.
тут же настоящая бойня, битва. Ну ладно. Правда, не мне говорить той, кто не может вернуться в нормальную форму и оказать нормальную поддержку боевую. Эх, как же неприятно. И скучно. И вам же приходится сражаться. Не беспокойся, Илья. У Мияко нет настроения сражаться, поэтому она сейчас такая же бесполезная. Я рад, что есть товарищ. Мияко, твою мать, иди сражайся. Я заметил, что двигаешься как-то плохо. У тебя что-то с тобой случилось, Мияко? Ты в порядке? Я беспокоюсь. Мияко разве не просто не хотел делать все как обычно? Типа, я пойду сейчас возьму в ближайшем магазине пудинг. И пудинг же придаст Мияко желание. Плату оставить можно просто на у магазина. Типа без него или вы не сможете нормально сражаться, это я знаю. А вот что случилось с Мияко, я не понимаю. Обычно она да зависти типа очень оживленная. Да. Мияко призрак. И она ощутима к чужим эмоциям и мане. Типа, город наполнен страхом, отчаянием. И это влияет на нее и портит ей настроение. Если бы я говорила, то это похоже на то, как простудиться. Не хочется сильно ее переутомлять. Если так будем продолжать сражаться, то очень вскоре очень быстро устанем. Нужно найти безопасное здание и переждать. Восстановить свои силы. Хорошо. Я согласна с этим мнением. Как глава Диаболосов говорю, все. На время отступаем. Можно устроить передых. А, точно, в нашей же гильдии главная Илия. А ведь по факту Шинобу-сан обычно занимается всем таким, и я даже забыла. Не забывайте. Вы разве собрались не из моей великой харизмы, так ведь? Вы же мои слуги, не так ли? Нет. Сначала, может быть, и да. Но сейчас вы просто мои любимые друзья. Из-за этого собрались. И я рада. Даже будучи призраком, я смогла связать себя с... Точнее, связать с другими крепкими узами. Ну, в чате, да, на стриме еще люди есть. Есть еще столько замечательных вещей, кроме пудинга. И именно этому научили меня ребята вы. Серьезное заявление для Мияко. Есть что-то лучше пудинга. Ну, вообще не лучше наравне. Что случилось, Мияко? Ты вдруг выдала странный голос. Не пугай так.
Ребята, посмотрите. Что-то мерзкое сверху идет. А что? Что вдруг? Не говори таких пугающих вещей. Сестренка, так много всего не любит. Она такая чувствительная. Как мило. Что это такое? То, что Мияко так боится? Кайзер, что ли? Реально она... Вау, неожиданно. Они первые столкнулись. Это же... Что же это? Вроде форма человека, но такая зловещая аура. Эй, ты! Кто ты? Несмотря на нас высока, это раздражает. Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Тот, кто повелевает ночью, легендарный вампир. Илья фон Стайн. Так ты себя называешь, что-то там. Как неожиданно. Как вкусно. Не знаю, настоящая ты или не настоящая, не знаю, но... В твоем теле хранится куча магии. И я, пожалуй, ее возьму. Куча людей из города сбежала, но... Да мелочи мне пофиг. Ради любви и справедливости, ради защиты всех. Есть те, кто сражаются ради всего этого. И вот эти куда вкуснее. И они будут отличной пищей для меня. А также будет большим удовольствием топтать и уничтожать всех этих челов, которые красиво говорят. Вампир Илья и ее товарищи. Дьявол Диаволоса. Какое пафосное название. Для начала я, пожалуй, съем вас. Все ради моей мечты и желания. Вы станете жертвой моего нового лицо. Это нехорошо. Какая жажда крови. И же... Что это? Это скопление маны. Ребята, бегите. А это... Ее цель я. Пока она отвлекается на меня, вы убегаете. Что? Что происходит? Кто она такая? Как жаль. Вы никуда не сможете сбежать. Вы все. Из этого сломанного мира вы не сможете выбраться из этой сломанной игры. Ничего, кроме убийства времени, тут нету, но давайте повеселимся. Это плохо. Мне недостаточно сил. Я не смогу выдержать ее атаку. Скорее всего, ничего не останется. Как же обидно. Если бы я была в своей обычной форме, возможно, тогда бы я смогла защитить своих любимых товарищей. Что это такое? Я вернулась в норму? О, неожиданно. Мы же не знаем, что за ней на проклятии, кстати, лежит. Может, связано как-то с позитивным настроем?
Что обычно у нее настрой захват мира, что-нибудь в таком духе. Ос! Неожиданно. Вы без этого братца смогли превратиться. Я ощущаю столько сил. Ну ладно. Похоже, я вампир, который может, если захочет. Вполне достойно для лидера. Что же является триггером для превращения Илии, всегда было для меня загадкой. Я, пожалуй, даже вот этот возьму. Типа... Ну, она тоже говорит, что типа, он тоже при защите и так далее. Ладно. Короче, это сила любви, походу, да? Вы все, хватит болтать. Спрячьтесь за моей спиной. Я вас выведу магический барьер. Слонись передо мной. Так кто не представилась, Даша. Умри, переродись. И научись манерам. А, вот как. Сколько в тебе самомнения. Ты всего лишь игрок. Блин, вызовем он такой. И вообще, раздражаешь только с таким самомнением. Ты думаешь, кто ты такая? Те, кто взорвался, я заставлю сожалеть. Что тебя... Ну, короче, угрожает ей. Неожиданно мощная атака. Прямой удар может снести барьер. И тогда... Видимо, атакующий магии хочет ослабить атаку. Илия-сан, это правильное решение. Но будьте аккуратнее, в том направлении мирные жители. Я, конечно, это знаю. Блин, он так тихо говорит, я плохо слышу. Что-то он говорит, рассуждает про жителей вроде населения. Ха, лол. Ну да, это уже на следующий раз оставлю тогда. Окей. Илья и ее группа первыми соперниками стали. Ну, в этом смысле, это не самое плохое, потому что реально... И раз она смогла принять свою оригинальную форму, это, по крайней мере, сможет организовать хоть какое-то сопротивление, потому что мало кто может даже просто сопротивляться достойно. В следующий раз уже посерьезнее будет. Опять же, я не уверен, что стоит, конечно, ну... Типа, опять же, это гача, да, типа, уделяют много слишком времени для побочных каких-то линий совсем. Притом... Какие-то прям важные события оттуда можно было бы показать реально за пару кадров, да, чем кто занимается, если бы это условно аниме было. Но тут на это тратится, опять же, там, по целому куску, это минут 5-10, да. Да, не какие 5-10 всегда, да, минут где-то. Не уверен, что оно того стоит. Что? Окей, еще. И, хотя нет, даже финальный отрывок, да, вот с этими... В принципе, тоже можно было сократить бы. То есть, слишком много тянут, что ли. Ну, опять же, это гача, наверное. Тут так принято, что ли. Вот,
Если тоже так по чайной ложке получаю, блин, контент. Немного раздражает. То есть я бы предпочел сегодня просто посмотреть полностью, условно, там, битву или с Кайзером, там, следующий этап, который как бы начался. Ладно, конец записи тогда.